Валерия пробует себя в большом кино. Начала с привычного, записала саундтрек для фильма «Я хочу, я буду». Ждать ли появления певицы в кадре? Сейчас узнаем. Певица Валерия уходит со сцены. Может, пандемия повлияла? Не знаю. И как-то я понимаю, что мне порой не хочется встраиваться. Не то, что порой, мне вообще не хочется встраиваться вот в то, что сейчас происходит. Вот здесь хайп на хайпе. Просто что-то такое делать, чтобы вот... просто ради того, чтобы пошуметь, да? Вот это мне очень чуждо. Ну, совсем. Такие мысли были у артистки до встречи со своим знаменитым и не менее талантливым приятелем. Ну, это было до того самого момента, пока мы не встретились с Максимом Фадеем в очередной раз и не записали песню. И закрутилась. Одна песня, другая, третья. И Макс говорил, что-то я тоже подустала от всего, может, тоже вообще уже казаться. Он говорит, нет, мать, мы с тобой еще пошумим. Я Валерию долго убеждал, уговаривал, что она в потрясающей форме и вокальной, и физической, что она пример для подражания. Благодаря совместному творчеству Максима Фадеева мы будем с вами наслаждаться голосом Валерии и еще точно какое-то время. Вот так общими усилиями муж-продюсер Валерии Иосиф Пригожин и звездный друг семьи Макс Фадеев убедили певицу остаться в шоу-бизе. Да так, что у Валерии открылось второе дыхание. И вот итог. Альбом с Фадеевым почти готов. Как разогнавшись до предела, узнать секунду по предмете. Тут же она коллабится с рэпером Манекеном. Ты заливаешь боль, заливаешь боль, заливаешь боль вино. Я люблю тебя и тебя одного. Хит с Манекеном. Можно сказать, Максим Галкин явился крестным отцом со своей музыкалити. А то, что поколениями нужно дружить, это совершенно точно. Выпускает сольный клип «Теряю сознание». Теряю сознание, как замыкание. Также Олимпиада в Японии, и у нас такая японская тема. С японским колоритом видео. И играет саму себя в фильме «Я хочу, я буду», где исполняет финальный саундтрек. Было несколько предложений, я вот не знаю, не могу их все озвучить. Вот, знаю, что мы как бы обсуждали Валерию и сошлись во мнении, что это очень классное решение для нашего фильма. Для полного набора Валерии остается сыграть главную роль в большой и громкой кинокартине. Должно быть предложение, знаете, вот какое-то такое, что меня прям вот захватило, увлекло, потому что, конечно же, это время, это серьезная работа. Мне было бы любопытно. Ну что, режиссеры, налетай, пока у народной артистки не пропало вдохновение. Станислав Новос и Евгений Бех. Про новости.